В Каменке состоялся финальный тур 6-го республиканского фестиваля студенческого творчества «Приднестровская весна». Учащиеся Каменского и Рыбницкого политехнических техникумов, а также зооветеринарного техникума из села Карманово Григориопольского района выступили в 5 разных номинациях. Программа фестиваля включала 5 номинаций. Видеоролик «Это моя родина», вокальный номер, художественное слово, студенческий театр и хореографическая постановка. Участие в каждой было обязательным. Вокальный ансамбль «Юность» Каменского политехнического техникума существует уже 2-й год, а начиналось все с турнира хоров. Тогда на районном этапе фестиваля хорового пения студенты заняли 2-е место. Сейчас в репертуаре коллектива около 40 песен на различную тематику. Песня Дениса Майданова «Я поднимаю свой флаг моего государства» поистине стала их визитной карточкой. Исполняя эту песню, мы испытываем чувство гордости за нашу страну. А символ государственности, флаг Приднестровья, мы поднимаем как преемники наших отцов и дедов, стоявших у истоков создания нашей республики. Таисия Греку на фестивале выступала сразу в 3 номинациях, но особое предпочтение отдает танцам, которыми занимается с 7 лет. Эту хореографическую композицию она готовила сама. Танец назывался «В роще пел соловушка». Самое сложное было оттачивание движений. Девочек тяжело было подготовить к тому, что они будут выступать на сцене. Было очень много нервов, но мы выступили. Я очень рада за своих девочек. Это было блестяще. О своих талантах Максим Воронин не подозревал до тех пор, пока не начал играть в КВН. С тех пор будущий повар-кондитер отдает предпочтение игре в юмористических сценках. С ролью Ивана Царевича справился успешно, считает он. Наша сценка называлась «Иван Царевич и Кощей Бессмертный». Юмористическая сценка. Старый сценарий, но на новый лад переведен. Залу, я думаю, очень понравилось. И думаю, это мы ее еще не раз покажем. Тематика в этом году – мое многонациональное Приднестровье. Конечно, те номера, которые были посвящены именно нашей родине, Приднестровской Молдавской Республике, эти номера, конечно, больше привлекали внимание нас. И, конечно, наша многонациональная культура, наши многонациональные традиции, которые сегодня показали ребята, это было очень хорошо. Финальным аккордом стало исполнение лучших номеров всеми участниками фестиваля. Наталья Цыкова, Валентина Стасишина, Юрий Занчковский, 1-й Приднестровский телеканал.